За последние 5 лет это не рекорд, но это вторая позиция по объемам вылова, начиная с рекордного 2018 года. Большую часть улова традиционно составила горбуша, востребованный, вкусный, хороший вид камчатского лосося, и ее мы смогли добыть на треть больше, чем планировали и чем нам давали прогнозы. Неплохие, хорошие уловы и по другим видам камчатского лосося. Это нерка, это кижучи, это кита. Поэтому в целом, конечно, можно точно уже сказать, что Камчатка в очередной раз подтвердила статус, самого рыбацкого региона. 90, даже, наверное, более 90% уже дальневосточного улова – это Камчатский край. Поэтому Камчатка сохраняет за собой статус лидеров в области добычи и переработки рыбы и рыбных продуктов.